Итак, всем привет! Нахожусь в самом легендарном фастфуде, наверное, целого мира. Все остальные были копии, а он был первый. Это Макдональдс. И сегодня, я надеюсь, мы его протестируем. Вот есть контрольные 500 рублей. Сейчас посмотрим на то, как на нас отреагируют. Все, заходим в Макдональдс. Вот он. Я в Макдональдсе. Надо сказать, что по мнению многих тут самая крутая картошка фри. Но я с этим не согласен, но не важно сейчас. Здравствуйте. Три больших картошки фри, большая кока-кола и Макфлури Делюкс с грецким орехом. С собой? Да, с собой, с собой. Хорошо, 435. 500. Номер вашего заказа получается 79. Да, хорошо. А я если не знаю, да. Итак, я сделал заказ. С этими деньгами всегда проблема, конечно. Все, ждем. Ждем. Пока парочку слов расскажу про Макдональдс, как я первый раз был. Я когда был в детстве в Макдональдсе, я даже не представлял, что существуют другие фастфуды вообще. Ну, мой момент был только один Макдональдс в моем детстве, и то на Полевой. Но мы не на Полевой, мы на Новую, в общем, около Георгия Димитрова в Самаре. Надо сказать, что Макфлури Делюкс с тем самым грецким орехом полная фигня. Но я его хочу. Самое такое в Макдональдсе, самое крутое было с фейхоа в Макфлури и яблочный пай. Вот это было самое. А, ну еще с вишней, конечно, да. Вот три самых крутых вкуса, но их почему-то быстро убрали. Это, конечно, недоработки менеджмента. Но почему я здесь нахожусь, около кинотеатра Самара? Потому что тут готовят, на мой взгляд, самую крутую картошку фри в Макдональдсе вообще в городе. То есть Полевая по сравнению с этим местом отдыхает. Так. 80. Ждем заказ мой. Ага. Ага, спасибо. Сейчас. Да. Берем. Чуть не сказал, Макфлури тоже берем. И идем жрать. А куда нам лучше пожрать? О, вот сюда. Я, короче, сделал заказ, сейчас буду хавать. Самый отвратительный в Макдональдсе, кстати, это спрайт. Какого ничего. Так, теперь этот яблочный пай. Ой, то есть это с грецким орехом, да, Макфлури. Ну-ка, ложечку. Ну, и, конечно, сейчас я покажу легендарный, как его называется, картонная коробка с буквой М, Макдональдс. Ну,
Да, это у Макдональдса вкусная картошка. Но Макдональдс вообще считает, что Бургер Кинг и в КФС она лучше, чем здесь. Вот такие вот пироги. Всего доброго.